вам сказал еще раз закрыть рот и слушать, что я вам говорю, понятно? Иди ко мне! Я представитель власти, вы сейчас закрыли рот. Я сказал вам вы, если вы плохо слышите. И не обращай туда внимания. Слава Украине! Слава нации! Смерть врагам! Что ж вы так себя ведете, если вы говорите слава нации, слава врагам? Вы же украинец, как вы себя ведете? Вы посмотрите на себя, вам не стыдно, если вы кричите слава нации? Вам не стыдно, я спрашиваю? Вы не туда смотрите, а на меня, я с вами разговариваю. Молодой человек уже ушел. Идите ко мне, вот так! Вы до вас вертаете на выпуск. А вы не вертаете. Давай, подкрепление! Я его знаю. Снимай!
Клоуны!